теперь давайте создадим другой вариант оформления карточки фильмов, но теперь этот вариант более предназначен для того, чтобы разместить там плеер. Итак, смотрите, мы делали с Movie, да, есть ревью, заходим в ревью. Смотрите, здесь также есть актер, директор, теги, категории. Смотрите, заходим в актеры. Мы создадим карточку с фильмом «Форсаж 4». Хочу вам заметить, что помните, мы в другом мове создавали актеров, и что самое интересное, они появляются и в этой. То есть они записываются в одну базу данных, а потом выгружаются. Давайте создадим нового актера Вин Дизель. Так, и добавляем фотку. Давайте подгрузим. Загрузим Вин Дизель, Родригес, Уокер и Брюстер. А, и режиссер Лин. Грузим, подгружаем, кликаем «Добавить нового актера». Теперь добавляем актера Пол Уокер. Пол Уокер. И подгружаем его аватар изображения. Ну, они, вернее, уже подгружены. Загружены, мы просто выбираем, добавляем. Так, дальше. Джордана Брюстер. Да, и подгружаем аватар изображения актрисы. И добавляем ее. Теперь Мишель Родригес. И добавляем ее также. Теперь переходим в режиссеров. Вводим Джастин Лин. И добавляем... О, не туда кликнул. Заходим в режим редактирования. Подгружаем аватар изображения. Так, это мы загрузили. Категории есть. И давайте во все записи зайдем. И давайте с нижней начнем. Заходим в режим редактирования данного ревью, как бы можем называть. В общем, смотрите, сверху вводим «Форсаж 4». Здесь выбираем категорию. Ну, вот тут, наверное, категории не сильно нам эти все подходят. Поэтому давайте добавим новую категорию «Блокбастер». «Блокбастер». И давайте добавим боевик. Вот так вот, да? Так, отлично, рейтинг. Ну, вот так вот поставим, да? Добавляем, нужно добавить актеров. Удаляем вот этих актеров. Здесь вводим Вин Дизель, Пол Уокер, Джордана Брюстер и... Мишель Родригес. А здесь Лин. Джастин Лин. То удаляем. Теперь нам нужно подгрузить сюда баннер. Ну, давайте подгрузим. Все-таки попробуем. У меня уже тут были подгружены. Ну, давайте, чтобы не искать. Попробуем сначала вот такой баннер. Подгружаем. Так, вот теперь вот эксерпт. Это, ну, как бы выделенное описание. Сюда можно вставить описание фильма, то есть сюжет его. Вставляем. Ну, вот здесь описание, можете какой-то текст ставить. А можно прям плеер ставить. Ну, вот смотрите, тут просто давайте выбираем все. Удаляем. Выправить. Все, delete. Что он не хочет за раз все удалить. Вот. Удаляем. И теперь тут можно вставить, допустим, плеер, да? Ну, давайте вставим. Тут есть два варианта, значит. Вставить трейлер или прямо уже с фильмом. Смотрите, значит. Итак, смотрите, я зашел на сайт TVTUK. Тут есть такой плеер. Мы должны правой кнопкой мыши на нем. И копируем. И нужно кликнуть «Покопировать код вставки». Теперь заходим. Возвращаемся на наш сайт. Вот здесь видите, вкладка «Текст» есть. Переключаемся и вставляем код и фрейм и переключаемся обратно на вкладку визуально. Вот. Видите, вставили мы плеер с сервиса с того для просмотра фильма. Ну, давайте сохраним изменения. View post, посмотреть пост. Ну, вот он. Второй способ подходит, если видео на YouTube. Если видео на YouTube, берем поделиться, копировать, а если просто код, как мы в прошлый раз ставили с YouTube, вот встроить есть, также код копируете. Ну, мы сейчас через ссылку я вам покажу, как это сделать. В общем, скопировали ссылку, возвращаете на сайт, вот здесь справа устанавливаете курсор возле вставленного плеера и через Enter чуть-чуть спускаетесь, да,
И вот то же самое. Ну, это все мы выбрали, да? Обновить. И получается, давайте посмотрим, что же у нас получилось. Вот. Видите, можно и так ставить. Но я предпочитаю сделать по-другому. Смотрите, в описании, что мы тут справа оставляли, давайте мы копируем это название, выбрать все, Ctrl-C, копируем, и уйдем в текстовый редактор вот сюда, и давайте поставим курсор перед этим плеером, и спустим его чуть-чуть ниже, и сверху давайте вставим текст, то есть описание, да, нашего фильма. И затем можно вставить заголовок такой, да, смотреть онлайн. Здесь выбрать по центру, жирный, и заголовок мы, а если первый хидинг, вот. Ну, сейчас посмотрим, что из этого получится. Так, это мы сделали. Теперь, вот где мы описание вставляли, видите, мы это описание удаляем. Идем на YouTube, находим более красивый трейлер. Сейчас берем, стали, нашли этот трейлер, поделиться, встроить, копируем. Здесь показывать панель управления. Так, в начало. Ну, то есть сделаем все настройки, копируем вот этот код. И затем возвращаемся на настраиваемый сайт. И вот в это описание excerpt вставляем скопированный код и фрейм. Давайте сохраним изменения. И посмотрим, что у нас получилось. Видите? Форсаж 4. Стиль блокбастер. Название Форсаж 4. Можно посмотреть трейлер. Здесь идет описание, и здесь идет еще и плеер. И здесь идет метки блокбастер. Ну вот эти, кстати, надо убрать метку. Боевик, Вин Дизель, Джордана Брюстер, и по актерам идет, да. Смотрите, что еще здесь? Здесь есть автор, то есть как вы. Чтобы настроить автора, давайте вернемся обратно в панель консоль. И вот тут, значит, есть в превью. Вот есть user, пользователи. Кликаем user. Видите? Можно добавить автора. Допустим, добавить автора, который будет публиковать, да, вот эти все ваши посты. Add new. Добавить пользователя. Допустим, new cinema. Да? Так, можно там аватарку любую загрузить. Сейчас мы, допустим, такую аватарку. И все. Роль. Автор. Роль автор обязательно оставим. Все. Добавляем пользователя. А, ну, e-mail просят. Ну, где e-mail поставьте на всякий случай. Любой. Ну, лучше свой, конечно. Но я так поставил. И теперь давайте вернемся в ревью. Здесь мы запись, в режим редактирования записи. И здесь внизу выберем автора. New Cinema. Давайте посмотрим запись. Опять же, мы обращаем внимание на это. Видите, New Cinema автор. Опять же, это все подредактируем. И вот это поменяем название. Все это сделаем. Вот таким образом создается еще вот такая вот карточка с фильмом. Ну, это уже карточка, предназначена именно для просмотра фильмов онлайн. Я так понимаю, разработчики сделали третий способ в виде обычных постов для того, чтобы выгружать записи, то есть фильмы, вот сюда, в эту колонку, и вот сюда. То есть это последние посты, а это основные посты. Самые, ну, типа, самые популярные, как бы считаются. Поэтому создавать их точно так же. Если вы хотите разместить их как что-то вот здесь и вот здесь, то вам нужно завести фильмы, которые вы хотите разместить вот здесь и вот здесь, в качестве обычных постов. Смотрите, это мы заходим в посты, и тут также директор, актер, теги, категории, и вот все посты. Также заходите и меняете. Так, я вам показал все варианты создания карточки с фильмами. Теперь вам нужно наполнить
ваш сайт фильмами. Когда у вас закончатся вот эти шаблоны и все созданные разработчиками фильмы, неважно где, в мови, в ревью, в посте, все, что нужно сделать, когда закончится, значит, смотрите, вот, да, я, допустим, в мови зайду сейчас, вам нужно будет кликнуть Add New, создастся новое окошко, и в другом, во другой вкладке вам нужно скопировать, короче говоря, адрес с вашими вот этими. Но если мы заходимся с Movie, сейчас стоим на странице Movie, вам нужно скопировать адрес этой страницы, скопировать адрес. И в итоге у вас будет две одинаковые страницы. Такая и такая. Ну, в итоге в одной странице вы заходите в запись шаблон, по которому можно и нужно собрать вам, да, запись. А во второй странице вы кликаете по кнопке, второй вкладке вы кликаете по кнопке Add New, то есть добавить новую такую запись. И здесь полностью все с нуля за... И копируете вот отсюда. Кстати, тут не 264, тут 120 надо поставить. Минут сохранить. И вот так вам нужно наполнить свой сайт первоначальной базой с фильмами. Давайте я также все наполню. Вы уже знаете, как это все сделать. Ну давайте, ну как бы сделаем, что мы сделаем. Здесь добавим еще сюда 7 фильмов, да, где-то. В посты мы добавим. Третьим вот этим способом, через обычные посты мы добавим. Также фильмов 8, да. И мы добавим фильмов еще через ревью, ну, наверное, штук 5 мы еще добавим фильмов различных. В общем, заполняем сайт, как это делается, вы уже знаете, и встречаемся на следующем уроке.